А не выпить ли мне кофея? Пока чашка еще горячая, закидываю кофе, чтобы меньше температуру потерять, когда буду заливать. Что это только что было? При помощи кипятка я нагрел чашку и вернул воду обратно. Не выливать же. После того, как я нагрел чашку, я закинул кофе и только тогда залил кипяток. И накрыл тарелочкой, чтобы температура не уходила вверх, а хотя бы чуть-чуть, но оставалась в чашке, пока кофе заваривается. Заметьте, сахар еще не сыпал. Сахар отбирает температуру. Сахар в конце, когда вот эту вот тарелочку я уже сниму. Итак, вот такой у нас кофе. Блестящими идеями сия. Горячая. Стараюсь не палиться, что горячая. Блестящая идея номер 0. Постримить по теме реверс инжиниринга open source проектов. Ссылка на канал. В шапке профиля. Я в эфире.